Я двигался со стороны моста в сторону Санкт-Петербурга. По главной дороге. И на перекрестке, вот на этом, со второстепенной получается два ряда. Один ряд налево, другой прямо. И вот женщина ехала за рулем, она пыталась проехать прямо, а ей закрывала обзор, который машине не встали слева. Она меня не заметила и прямо выехала передо мной. Мне одеваться было некуда, и получился авария. Да, я не понял. Да, 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 да